Well, two other, and I said we come back to this, but еще два интересных момента. Третья книга царств, третья глава. Установлено царство Соломона, правление Соломона. Утвердилось. И второй стих. Народ еще приносил жертвы на высотах. Это означает, кстати говоря, что он ведь приносил жертвы во времена даже Давида. А помните высоты, которые находились и во времена Самуила? Помните, что Самуил как-то нес на служение на такой высоте? Потому что не было дома Господня в те дни. Так вот, значит ли это, что можно и нормально было поклоняться на высотах? И Соломон, кстати говоря, идет и приносит жертву, устраивает все сожжения в Гиве. И там тоже высота. Четвертый стих. И Господь ему там является. Так вот, допустимо это или нет? Оправдано это или нет? И большинство исследователей говорят, что высоты становятся негативными только после построения храма. А вот до построения храма это вполне нормально и вполне приемлемо, если не связано с традициями хананеев. Все согласны, конечно, что с третьей книги царств, 12 глава, и дальше всякий раз, когда говорится о высотах, это всегда негативно. То есть написано, что люди шли поклоняться на высотах. Мы об этом читали в 4 царств, 17 глава. Это всегда негативно, это отвратительное, это мерзкое дело. Но вопрос, что делать со временем до храма? И особенно, поскольку ведь даже про Самуила говорится, в связи с Самуилом говорится про высоту в Раме. Так что же, ведь мы же знаем, что Самуил избавил народ от идолослужения. И все-таки он сам идет и поклоняется. Да, идет, но, говорят, это не поклонение хананейским божествам, и это приемлемо. И продолжается это во времена книги царств. Большинство людей говорят, да, продолжается. И на самом деле мы просто можем взять то, что было в первой и второй книге царств, и понять, что такое же положительное отношение продолжается частично в третьей и четвертой. Однако исследователь Провон говорит о том, что нет. Здесь, в книге царств, третьей и четвертой книге царств, здесь свое понимание. И всякий раз, когда мы видим слово «высоты» в этой книге, мы должны сказать о том, что это всегда было отвратительно, всегда негативно. Вот я склоняюсь, пожалуй, к позиции Провона. Я на прошлой неделе уже говорил об этом, что на самом деле это снова и снова указывает на тот факт, что не все в порядке уже в самом начале царствования Соломона. Да, это могло бы быть оправданным как-то, но при этом выясняется, что он поклоняется на высотах, а высоты — это всегда часть хананейского поклонения. И в результате сам Соломон становится идолопоклонником. Он фактически закладывает плохое, неверное основание и для себя, и для всего народа в свое царство. Конечно, это никак не позитивные слова о том, что люди поклонялись на высотах. И опять-таки, в прошлый раз мы задавались еще одним вопросом, на который мы до конца не ответим. Но самый главный вопрос, как раз вот этот,
Это загадка Соломона. На прошлой неделе я говорил о том, что большинство людей понимают, что как только мы откроем третью, четвертую книгу Царств, нам нужно будет что-то сказать о Соломоне. А что сказать о Соломоне? Позиция большинства и в традиционном иудаизме, и в христианстве. Это традиционный подход. Это вариант А. Это характеристика Соломона как человека, который любил Яхве, следовал за Яхве, но имел свои проблемы. В третьей главе он полностью послушен Яхве, но к концу жизни он лишь частично послушен Яхве. И опять Провон представляет этот вопрос несколько иначе. Он более пристально, более внимательно перечитывает текст и говорит: нет, Соломон изображается как человек с проблемами с самого начала. В конце концов, именно эти проблемы привели его к отступлению в 11 главе. Кстати, в своей книге он говорит о том, как Соломон предваряет Христа. И он задается вопросом о том, предваряет ли, насколько предваряет Соломон, сын Давида, главного сына Давида, который будет править в будущем. И Провон приходит к выводу о том, что вывод сделать невозможно. То есть вывод о духовной природе Соломона. В своем экзегезисе он называет Соломона отступником. А потом он вдруг начинает говорить о типологической значимости Соломона и приходит к тому, что выводы сделать невозможно. То есть получается, что сам Провон не определился. Он все-таки должен как-то решить для себя, кто такой Соломон, отступник или нет. Все же Провон указывает на то, что Соломон, если даже и прототип Христа, то несовершенный прототип Христа, как и все в Ветхом Завете. И Провон в этом плане прав. Можно ли сказать, что Адам — прототип Христа? Да, конечно, можно. Был ли он совершенным, Адам? Нет, конечно, нет. То есть это совершенно понятно, потому что про Адама четко говорится, что это прототип того, кто грядет, прототип грядущего Христа. Об этом в послании к Римлянам 5 глава. Но также это понятие прототипа применимо и к другим людям, прототипа Иисуса Христа. Ноа — избавитель человечества. Был ли он совершенен? Моисей, избавитель Израиля, а он был совершенен? Авраам, отец веры, был ли он совершенен? Давид, наконец. Да, тот, от кого по-человечески пришел Христос, был ли он совершенен? Ответ, конечно, нет. У него были довольно серьезные пятна в его жизни. Так что нет такого понятия, как совершенный прототип Христа, совершенный прообраз Христа. Дело в том, что прототипом или прообразом Христа делает человека не его совершенство, а его положение. Положение как человека, положение как царя, правителя, ведь Адам был поставлен правителем над землей, но избавитель, Моисей — избавитель, Авраам — верный человек, Давид — царь, Соломон — царь. То есть, в каком-то смысле, каждый из царей Иудеи, Иуды, мог быть прототипом Мессии. Только, конечно, не северный правитель, потому что северные правители не были в родословной, не были потомками Давида. Даже Манассия. Почему? Потому что он тоже был сыном Давида. Так что прототип Христа, прообраз Христа, как сын Давида, он правит в Иерусалиме. И эта типология применима даже к Манассии.
Но дело-то ведь не в духовности человека. Не духовность делает человека прототипом Христа. Именно в этом плане говорится здесь, что выводы сделать сложно. Да, у Соломона огромное царство, как и у Мессии будет огромное царство, и тот, и другой потомки Давида, но нельзя сказать, что по своему совершенству Соломон становится прототипом Христа. И тут нам приходится с вами читать и книги Паралипоменон, и тексты самого Соломона, притчи, песнь песней, Экклезиаст, и делать определенные выводы о том, каким был Соломон. Здесь нам нужно все каноническое откровение. Но я должен сказать, как уже говорил в прошлый раз, что книга царств отвечает прежде всего на один вопрос. Почему Израиль и Иуда в плену? И вот ответ на это как раз в недостатках Соломона. Именно его промахи имели важное влияние на последующую судьбу Израиля и Иуды. И сбросить их со счетов нельзя, ни духовно, ни исторически. Вы слышали во вчерашнем выступлении о последствиях отступления Соломона. Эти последствия продолжались на протяжении многих поколений после него. И, кстати говоря, во многом его царство именно поэтому не стало династией. Ведь Иисус Христос физически не является сыном или потомком Соломона. Нет крови Соломона в Мессии. Да, юридически он действительно потомок, но не потому, что он принадлежит потомкам Соломона с физической точки зрения. Евангелие от Луки, 3 глава, показывает, что это через другого сына Давида. Да, есть кровь Давида, но не кровь Соломона. Так что последствия отступления Соломона достигают даже до времени прихода Мессии. И ровно так же его отец Давид имел последствия. Но там были серьезные последствия в связи с его грехом. Можем ли мы из этого сделать выводы о его вечном состоянии, духовном состоянии? Нет, будьте, пожалуйста, очень аккуратны. Не делайте таких выводов. Так что я также тут неубедителен, я думаю, как Прован по поводу Соломона. Но я знаю, что автор книги «Царств» говорит о Соломоне недвусмысленно, потому что его отступление действительно имело серьезные последствия для будущих поколений. И автор должен указать на темные стороны жизни Соломона. Так это что, полная картинка? Нет, из книг Паралипоменон я должен сказать «нет». Но до этих книг мы с вами еще дойдем, и было хорошее, что можно было сказать о Соломоне. Интересно, что автор Паралипоменона не останавливается подробно на грехах ни Давида, ни Соломона. Кстати, проповедь о грехе Давида невозможно проповедовать из книг Паралипоменон, потому что ничего там не говорится в книге Паралипоменон ни о грехе с Версавией, ни об убийстве Урии. Представьте себе. Ну так что же, хроникер как-то вот обеляет историю? Нет. Просто он подчеркивает позитивные аспекты, потому что у него есть своя цель. А негативные аспекты подчеркивают другие авторы. И в Давиде, и дальше уже в жизни Соломона. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com.
Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.